Всем привет, ребята, с вами ваша Маша. Сегодня мы продолжаем играть в клуб романтики в ритме страсти, сезон 2, серия 10. Сейчас или никогда, финал второго сезона. Ну и давайте загружать историю. Глава 10. Долгожданный финал. Мы только вошли сюда, а вы уже хотите смести весь стол. Прости, мы проголодались. Не забивайте сильно желудок, хорошо? А ты куда? Прическу подправить. Скучать не будем. В этот раз команда приехала раньше всех, поэтому еще оставалось достаточно времени, чтобы подготовиться. Мэри вошла в одну из приоткрытых дверей. Бонжур. Я так сказала, это странно. Ох, простите, не туда. Да ничего страшного. Туда-туда. Я вас давно жду. Вам же нужна прическа? Нужна, но я думала, что сама. Сами? Вы что, я для этого сюда и пришла. Стилист ловко усадила девушку в кресло и принялась рассматривать ее волосы. Так-так, у меня уже есть пару вариантов, как исправить это недоразумение. Что? Что? Вообще? Давайте выберем вместе. Итак. Объемное гофре. Креативный хвост. Мне вообще ни одна из причесок не нравится. Надеюсь, фанаты прибавятся. И что это, блин, за платье, балерины? Ужас. Поколдовав над хореографом какое-то время, стилистка подняла руки и восхитилась своей работой. Вуаля. Мэри открыла глаза и взглянула на себя в зеркало. Прекрасно. Она посмотрела на меня и, резко вскочив, поблагодарила девушку. Вам спасибо. Давно у меня не было таких послушных волос. Ну что ж поделать. Дверь внезапно распахнулась. Ну что, готовы? Какого ты здесь забыла, американка? Я уже ухожу. Как и я, мое время истекло. Чего? Но это я вас нанимала. Правда? Ох, какое недоразумение. Взгляните на время, вы считаете, что я бы ждала вас столько времени? Мэри бочком выскользнула обратно в коридор. Это американская... Неудобно как-то, хотя ее ошалевшее лицо того стоило. Ты чего так долго? Ну, клевая прическа. Долгая история, но кажется, я украла у Изабель ее стилистку. А, да ну. Мэри заметила, что людей стало значительно больше. Уже все подъехали. Ну, давайте взглянем на ледяных сердец. Мэри посмотрела на главных конкурентов. Заметила, как яростно Изабель что-то втолковывает Орландо. Да уж, она явно недовольна, что мы украли ее прическу. Хореографу понравилась его реакция, ведь, вероятно, речь зашла о недавнем инциденте. Орландо обратил внимание на девушку и улыбнулся еще шире. Они такие спокойные, даже несмотря на то, что Хира оставила их перед самим финалом. Будто знают, чем все закончится. Не делай поспешных выводов. Они просто стараются нас запугать. Кстати, да, возможно. А сами нервничают не меньше нас. Может быть. Я очень надеюсь, что мы выиграем. Первое место будет все такое. Снаружи собралась огромная толпа зрителей финала. Их крики и возгласы доносились до команд. Путь высокой популярности. Это хорошо. Вы слышите? Танцоры-дэнсеры. Я и забыла, как нашу команду зовут. Все время забываю. Мы любим вас. Отлично. Я просто так много раз перепроходила эту историю, ну, чтобы все было идеально, там, то Брэндон, то
Что-то опять не так пошло, вот, поэтому я все время забываю, как нашу команду зовут. Они знают о нас, Мэри. Еще не все потеряно. Европа нас полюбила. Не такие уж мы и плохие. Мэри устало улыбалась, но чувство облегчения было недолгим. Идем поближе, я хочу взглянуть, сколько места на сцене. Ребята подошли почти вплотную ко входу, но им помешали пройти дальше. Вы кто такие? Одна из команд. Американцы? Ну да, что, есть проблема? Не нарывайся, Джастин, а! Охранник что-то пробунил в рацию, и через несколько секунд к ним подошло еще несколько громил. Что происходит? Что происходит, действительно? Вы проводите их отсюда. Что? Почему? Ребята едва удержались на ногах, когда остальные лапища охранников сомкнулись на их запястьях. Что происходит? Так, я смотрю, все команды на месте. Ничего не слышно. Мэри — это одна из организаторов конкурса. Огненные фениксы — это типа третья команда. Вы выходите через 5 минут, после вас идут ледяные сердца. Подождите, мы тоже участвуем, а нас хотят убрать отсюда. Это ошибка какая-то. Вы танцоры-денсеры. Вы дисквалифицированы. Вас должны были оповестить об этом еще с утра. В смысле? Что? Вау, а карма все-таки существует. Изабель. Отпустите их ненадолго. Секьюрити отпустили танцоров и отошли на небольшое расстояние. Что происходит? Объясните мне. Погодите. Это ошибка. Послушайте, проверьте еще раз. Этого не может быть. Мы ничего не делали. Что случилось? Почему вы нас убираете? Причина есть. И не одна. Накрутка голосов на нашем официальном сайте. Накрутка? Чушь, мы этим не занимались. Вот именно, что не занимались. У нас есть доказательства. Далее неявка на задание от организаторов. Наплевательское отношение. А за это дисквалифицируют? Это нарушение правил. А также вы подставили другую команду, которая по вашей вине вылетела из конкурса. От Густава. Это Густав рассказал, да, им? Потому что только он знал, что мы, типа, выкинули одну команду и все такое. Блин, не надо было этого делать. Все для того, чтобы оказаться в финале. Это бред, мы не занимались подставами. А вы спросите у вашего хореографа, блин. О, что ж такое? Парни обернулись на нее. Простите. Джастин разочарованно помотал головой. Хорошо, но нас тоже подставила одна из команд и отправила нам письмо с неверной локацией, якобы от вас. У вас нет доказательств. Боже мой. Этого не может быть. Мэри схватилась за голову, как никогда, желая провалиться сквозь землю. У меня просто нет слов. Так значит, мне только двоих объявлять? Да, и тебе уже пора. Мэри проводила взглядом ведущего, который объявил финал конкурса открытым и предупредил зрителей об участии лишь 2 команд. Прошу прощения, но нужно было думать перед тем, как делать такие вещи. Путь высокой популярности. Фанатам новости пришлись не по вкусу. Мы требуем их назад. Почему они не будут участвовать? Вот черт. За нас фанаты заступаются, это же хорошо. Народ ждет нас, мы должны выйти. Вы уже ничего и никому не должны. А для ваших фанатов... Будет предупреждение от ведущего, если они не успокоятся, то мы перенесем финальный этап. И судя по тому, что они затихли, это сработало. Зачем вы это делаете?
На сцену со своим выступлением вышли огненные фениксы. И вот так все просрать получается перед финалом. Мэри, что-то случилось? Девушка даже не заметила появления младшей сестры. Молли, ты же должна была сидеть в комнате отдыха. Да там был телевизор и прямой эфир. Ведущий сказал, что вы не выступаете. Почему? Не переживай. Мэри, хватит говорить со мной, как с маленькой. Я выросла. К сожалению, ты права, Молли. Ты выросла слишком рано. Что такое? Подавить эмоции. Блин, это же мастерство будет. Мэри спустилась на корточки и взяла сестру за руки. Да, мастерство. У нас небольшие проблемы, но сейчас приедет Густав и все исправит. Да это он виноват. Мы выступим, я обещаю тебе. Ты сильная, Мэри. Даже если думаешь, что это конец, не вздумай сдаваться. Мэри пристально взглянула на свою младшую сестру. Прости меня. За что? За то, что так рано забрала у тебя детство. Но ты не... Обещаю, я это исправлю. А пока... Мэри встала и, поцеловав Молли в макушку, направилась к своим ребятам. В этот момент первая команда закончила свое выступление. Ледяные сердца уже готовились к выходу. Доброго дня, ребята. Густав, у нас проблемы. Я в курсе. Я же говорю, ты он виноват. Густав ослепительно улыбнулся и приобнял девушку-организатора за талию. Ну вот, вот и... Ох, господи, это подтверждение того, что он виноват. Это он, это все он подстроил. Какого? Как же так? Столько натворили, а теперь не хотите нести за это ответственность? Ах ты! Попрошу без ругательств, я ни в чем не виноват. Да, это мы виноваты. Мне просто предложили кругленькую сумму за вас. А, класс. Ничего личного. Мы думали, вы хотите помочь нам. Я тоже так думала. Я и помог. Помог вам уехать к себе назад в Америку сейчас, а не потом. Густав подошел к хореографу и приобнял ее за плечо. Вы так податливо слушались и надеялись, что одержите победу. Она со злостью встряхнула его ладонь. Девушка отошла к друзьям, а Густав вернулся к своей пассии. Это вы все сделали, верно? Все? Это то, за что вас убрали? Да, я. Вот, боже мой, я даже не знаю, как его... обозвать, чтобы это было и помягче, но и с колкостью. Ладно. А это с вами заодно? Простите, но здесь никто не любит американцев. Ой, она тоже. В это время на сцену уже выходили всеми любимые ледяные сердца. Вот наши победители. Вот как выигрывают не те, которые достойны. Вот просто капец, настоящие танцоры. Заиграла музыка, что значило, что их выступление уже началось. Видимо, это конец. Прости меня, я не думаю, что так получится. Он говорит о Густаве. Брэндон, ты что тут делаешь? Как ты сюда вообще пробрался? В следующий раз будешь думать, малыш, да, Джастин. Всем привет. И Хира. О, привет. Мэри обернулась и увидела идущих к ним ребят. Хира, ты нас всех напугал своим уходом. Брэндон, боже, как мы рады вас видеть. Брэндон, вы знакомы? А ты с ним знакома? Что происходит? Она с ним знакома? Ты Густав, верно? А ты? Чего ударил? Продюсер даже не успел договорить, как получил хороший удар в челюсть.
Господи. Это тебе за нее. Это за нас. Брэндон развернулся и направился к хореографу, которая стояла и молча хлопала глазами. Эй, все хорошо. Парень обнял ее, стараясь успокоить. Дамы и господа, вы готовы к шоу? Да. Охрана! Несколько громил подскочили к команде и заломили им руки. Вы проводите их отсюда немедленно. Ты думаешь, тебе это сойдет с рук? Брэндон свистнул, и магическим образом музыка остановилась. Какого фига, где операторы? Они стоят, Блонди, они все равно не послушают. Сейчас все зрители увидят на экранах правду. А что за правда? Давайте посмотрим. Я тоже хочу узнать, что за правда. Мэри вырвалась из лап громил и побежала ко входу на сцену, чтобы понять, что эти двое задумали. Взглянув на огромный экран, девушка заметила на нем Брэндона вместе с организатором. Что? Эти недели были просто незабываемыми. Так вот оно что, господи. Я знал, что тебе понравится. Откуда же ты такой взялся? Это он типа специально, да? Чтобы мы победили? Ты сама меня нашла в том баре. Мэри вслушалась в запись, на которой был обычный разговор, но тут она услышала следующие слова. И как ты думаешь, кто выиграет? Ледяные сердца, конечно. Что за вопросы? Ты другим даже и шанса не даешь. А у них его и не было. О чем ты? Извини, но это конфиденциальная информация. Брось, ты же знаешь, что я любопытный. Капец. К тому же заставлять я умею. Ох, это я знаю. В общем, у меня задание сделать все, чтобы не выиграли эти американцы. Это будет огромной проблемой, если чужие заберут то, что по праву принадлежит нам. И как ты хочешь это сделать? Может, тебе чем-то помочь? Я уже сделала. Подключила человека, который втерся им в доверие. Он делает основную работу. Наняла людей, которые подкручивают голоса за них. Мэри слушала список всего того, что помешало им пройти финал. Ах ты негодяйка. Капец, так это и она тоже виновата. Тут запись оборвалась, и Мэри вернулась к своей команде. Так Брэндон нам помог. Да, он помог нам. И это увидели все. Да. А в постели ты так не говорила. Ты все испортил. Жесть. Ледяные сердца в недоумении ушли со сцены, так и не закончив танец. Нас теперь уберут, да. Еще неизвестно, мы же не знали об этом. Мэри заметила, как они злобно посмотрели в сторону Хира. Шарлотта, Шарлотта, вот ты где. Боже. Да, месье Рамо. Или Рама. Рамо будут говорить. Для начала отпустите команду. Громила, увидев мужчину, немедленно выполнили его приказ. Я верил в то, что ты станешь достойным помощником. А ты опозорила все то, что я продумывал и создавал годами. Прочь с глаз долой. С тобой я потом разберусь. Организатор в слезах выбежала. Проследите, чтобы она не сбежала. Охранник кивнул и пошел за девушкой. Месье подошел к команде. Ох, мои глубочайшие извинения, я даже не представлял, что происходило за моей спиной все это время. Был преступно слеп. А вы? Я основатель этого конкурса. Ух ты, оу.
Ваша команда не дисквалифицирована, вы сможете выступить и принять полноценное участие в финале. Это же хорошо. Обниму его, молча кивну ему, поблагодарю. Мы приносим извинения за то, что не выполняли условия. Я все слышал, у вас была на то причина. Благодарим вас за понимание. Вы не представляете, как много это для нас значит. У вас будет возможность показать это на сцене. Класс. Так, громко. Ух, да, вы правы. Ну что, парни, готовы? Конечно. Удачи вам. Мы за вас болеем. Мэри вместе с ребятами вышла на сцену, где их появление с нетерпением ждала целая толпа. Капец. Не верится, что мы здесь. Это все благодаря тебе. Это благодаря Брэндону. Мэри с улыбкой взглянула на парня. Зазвучала музыка, Мэри вышла в центр сцены. Готовы? Парни окружили ее и аккуратно подбросили девушку ввысь. Вау, как классно. Но костюмы у них не очень. Можно было бы и покрасивее сделать перед финалом все-таки. Финал, точнее. Она сделала пируэт плюс авторитет в воздухе и приземлилась прямиком в руки друзей. Их танец, как всегда, был незабываемым, со своими фишками, эмоциями и историей. Девушка в этой истории играла главную роль. Заканчиваем. Парни опустились перед ней на колени. Блин, не успела прочитать, сколько там фанатов прибавилось. А она стояла с поднятой рукой, будто взошла на пьедестал. Вроде бы 900 тысяч. Это очень много. Ни секунды не жалею, что решила участвовать с ними. Народ был просто в восторге. Все пятеро танцоров чуть ли не подпрыгивали от переполнявших их эмоций. Да... Молли подбежала к сестре. Это так круто! Все благодаря тебе. Парни набросились на девушку с объятиями. Хира, Брэндон, идите к нам. Хира с радостью кинулся к ним. Брэндон закатил глаза, но все-таки присоединился к групповым обнимашкам. Даже не знаю, что сказать, Брэндон. И не нужно, я дерьмово поступил с вами. Нет, я понимаю тебя. Прости за ту ситуацию с Академией. Думаю, мы квиты. Они подружились. Это хорошо, помирились точнее. Брэндон хмыкнул и протянул Джастину руку. Мир. Мир. Хиро, а почему ты ушел из ледяных сердец? И если вкратце, я вовсе не собирался уходить, пока не встретил Брэндона. Он мне описал всю ситуацию, и я немного помог ему. Доносил информацию, собирал доказательства и в нужный момент ушел, но это им не помешало. Так вы были заодно? Тип того. Тише вы, сейчас будет подсчет голосов. Все поспешили как можно ближе к сцене, чтобы посмотреть, что там происходит. Я надеюсь, мы выиграем, я очень это надеюсь. Ребята, слушайте. Путь страсти. Сегодня мы стали свидетелями трех сногсшибательных выступлений. Однако лишь одно из них было по-настоящему красивым и запоминающимся. Признаюсь, я даже глаз оторвать не мог от такого мастерства. За самый грациозный танец мы награждаем команду танцоры-денсеры. Спасибо. Они действительно этого заслуживают. А теперь перейдем к самой интересной части. Команды, попрошу вас выйти на сцену. Ребята послушно встали по левую сторону сцены. Ледяные сердца заняли середину, а другая команда — правый фланг. Пожалуй, начнем с бронзы. То есть третье место. По результатам судейского и зрительского голосования его занимает команда... Это не мы, это не можем быть мы. Огненные фениксы. Фух... Есть шанс. Есть надежда. Не буду вас долго томить. Серебро, второе место занимает команда.
Ну уже. Путь высокой популярности занимает весьма популярная команда. Ну? Ну давай уже говори. И это? Да ё-моё, ну что так долго? Ледяные сердца. Мы первое место заняли, капец, класс. Блин, я так рада. Стоп, что? Боже, неужели? А вы не верили. А это значит, что золото получает команда танцоры Денсера. Еда. Парни подняли девушку на плечи и хором завопили «Ура!». Зрители восторженно аплодировали, как и команда соперников, не считая Изабель, конечно. После вручения наград и небольшой фотосессии команды, наконец, разошлись. Ребята, вы молодцы. Я верил в вас с самого начала. Я в шоке до сих пор. И что теперь дальше? А дальше мы летим в Азию. Что? Какая Азия? На следующий конкурс. Нам сказали ведущий... А точнее, нам сказал ведущий, когда мы спускались со сцены. Хира, Брэндон, вы с нами? С удовольствием. Я, пожалуй, откажусь. У меня есть дела в Европе. Брэндон, ну что ты... И есть тут небольшой бизнес от отца. Нужно им немного заняться. Заслуженной победы вас. Спасибо. Спасибо. Эти двое протянули друг другу руки. Хира, я не знаю многих деталей, но я так понял, ты пытался защитить своих друзей. Поэтому я не злюсь. Я знаю. Орландо, какие дальнейшие планы? Полетим с командой в Южную Америку. А что там? Там жизнь, парень. Нам нужно отдохнуть, а после нас ждет очередной конкурс. А что это вы в Америку? Мэри, ты как? А, все хорошо. Я рада, что мы наконец подошли к концу. Это был долгий путь, но мы смогли пройти его с достоинством. Ты права. Невероятное европейское путешествие. У меня тоже есть заявление. Ребята разом навострили уши. Я благодарна всему, что помогло мне сойти с этой командой. Это было тяжело, но в то же время прекрасно. Но всему приходит конец. Ты о чем? Да, к чему это она? Мэри подозвала к себе сестру и ласково обняла ее. Я ухожу и возвращаюсь с Молли в Сан-Франциско. Зачем? Просто зачем? Я хочу быть рядом с сестрой и наконец заняться своей студией. Ну все, распалась команда. А ты че улыбишься? Жесть. Я буду скучать несколько дней спустя. Мы тоже, принцесса. Обещай, что будешь с нами на связи. Обещаю. Молли, подожди минутку с мальчиками, я сейчас. Мэри заметила Брэндона, который шел к ней с привычной широкой улыбкой. Ну что, Лапуля, готова? Если с тобой, то да. Без тебя нет. К тому, чтобы расстаться с тобой на неопределенный срок, не очень. Мне льстит, что ты будешь скучать по мне. Ты хоть сейчас можешь быть серьезным? Я пытаюсь себе поднять настроение. Ходишь с таким видом, будто меня на фронт забирают. Ну, даже не знаю, да ну тебе. Брэндон потянул девушку за запястье, крепко ее обнимая. Поглаживая ее затылок, он тихо произнес. Я каждый день буду думать о тебе. Даже когда буду общаться с важными дяденьками на острые темы. Говоришь так, словно я ребенок. Ты же не разбираешься в бизнесе, я тебе только так объяснять. Но все, шучу, шучу. Мой кулон будет напоминать тебе обо мне. Брэндон взял ее лицо в ладони и осторожно поцеловал в лоб, кончик носа, подбородок. И, наконец, перешел к ее опухшим губам, которые навсегда врезались ему в память. Я буду скучать, Лапуля. Опять расходимся, а? Ну сколько можно? И я. Эх, ребята,
Вы же знаете, что мне вас будет не хватать. Я люблю вас. Каждого из вас, потому что вы стали для меня семьей. Люблю каждого со своими достоинствами и недостатками. И мне очень тяжело вас отпускать. Мы будем писать тебе и звонить. Главное, вы с Молли нас не забывайте. Будем ждать от вас фотографий. Мэри услышала объявление о посадке на рейс в Сан-Франциско. Марина, пора. Да, пора. Парни еще раз обняли хореографа. Они старались не показывать виду, но девушка почувствовала, что их лица мокрые от слез. Отстранившись, она взяла Молли за руку и помахала им. Пока они с сестрой шли к стойке регистрации, Мэри прокручивала в голове воспоминания. «Чем могу помочь?» «Что у нас с прической?» «Мы, наверное, рано пришли, просто боялись опоздать». «Это воспоминание. Стань нашим хореографом, помоги выиграть конкурс». «Мэри, мы хотим выиграть огромный денежный приз и разделить его между собой, но нам нужен хороший хореограф». «Ну, воспоминания, да. Если ваше предложение в силе, я согласна». Не хочешь присоединиться к нам? Как раз все обсудим и отдохнем. Ладно, напомню, школьная пора, уроки хореографии, тренировки ночью в спортзале. О, этот, как его зовут? Не помню. Чарльз, да, точно. Боже мой. А ребята, вы найдете. Мы готовимся перед тем, как спуститься с этой длиннющей лестницы. Да, мы уже устали лишь от одного взгляда на нее. Да вы пьяны. Так бы уже давно начали. Вообще-то я пришла даже раньше назначенного времени. А ничего, что мы уже часто торчим. О, такой токсик был, токсичный вообще раньше. А сейчас вон какой. А ничего, что тебя не просили приходить заранее. Ну что ж, я очень рада, что ты пришел к нам. А я как рад, что увидел это объявление. Что это? Мы будем делать тату. Сюрприз. Ой, эти воспоминания, конечно, вообще. Ага, очень интересно, но мне пора. Я хочу поздравить тебя и твою команду. Вы отлично справились. Спасибо, Клэр. Вы тоже покорили весь зал. Я уверена в этом. Неплохо, но над техникой еще стоит поработать. Господи, ты напугал меня. Прости, не хотел. Капец. Команда танцоры-денсеры. Да, мы сделали это. Доброй ночи, Орландо. А знаешь, многие девушки убили бы за то, чтобы я просто посидел рядом с ними. Как хорошо, что я не вхожу в их список. Познакомься с нашим новым другом. Густав, покажись. Добрый вечер. Они просто не знают, что существуют команды, которые танцуют лучше. Скоро узнают. Ах так, так давай здесь и сейчас разберемся. Фристайл. Она у вас всегда так? В последнее время очень часто. Но мы привыкаем. И тут вылетела машина. И чуть ли не сбила нас. Да, ослепила ее. Свет фар. Ток-шоу. О вас мы многое узнали из ваших анкет на официальном сайте. Но хотим копнуть немного глубже. Пора отдыхать. Подбежали к девушке и бросили ее в бассейн. Это невозможно забыть. Что? А, нет ничего, Молли. Теперь все изменится. Это новое начало. Блин, такой грустный финал. Прям вообще. Просто распалась наша команда. Опять расстались с Брэндоном, так сказать, на время, надеюсь. Ай,
Да уж, но я рада, что мы выиграли. Вот, и сколько у нас фанатов, офигеть. 1 миллион. Ну, можно сказать, 300 тысяч. Офигеть, так много. Ну и сегодня мы получили плюс 3 мастерства, плюс 1 страсть, плюс 1 авторитет. Ну и фанаты с алмазами. Если вам понравилась эта серия, то ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, на мои соцсети, комментируйте это видео. Ну а с вами была ваша Маша. Встретимся в следующем видео. Пока-пока.